художники. Эта игра направлена на отработку разных мнемотехник, когда дети уже знают и запоминание числовой информации, и умеют запоминать имена фамилий, какие-то названия. С помощью метода фонетического или звукового кодирования, а также они знают прием «невидимая шпаргалка», то есть как увидеть это число или эту ассоциацию на изображении, в данном случае на картине художника. Какие здесь есть настройки? Без времени, если мы поставим галочку вот здесь, в этом окошке, то тогда у вас не будет идти отчет о времени, и вы можете спокойно с ребенком рассуждать, как запомнишь, какую создашь ассоциацию, как ты это увидишь на этой картине. Если мы эту кнопочку, галочку убираем, то здесь, пожалуйста, мы можем выставить ту скорость, количество секунд на запоминание одного объекта информации, то есть одной картине, и количество картин, которые будут у нас показываться. Можем выбрать русских художников или зарубежных художников и нажимаем на «Начать». И, пожалуйста, мы видим фамилию, имя художника, название картины и дату, год написания. Да, и здесь, пожалуйста, мы это можем все с помощью ассоциаций запомнить. Когда нам уже предстоит восстанавливать информацию, то нам будет показано на экране варианты. 4 фамилии художника, и мы можем здесь пробежаться, выбрать тот, который нам художник нужен, выбрать название картины и выбрать год написания. Ну, давайте, допустим, поставим вот этот вот. Нажимаем «Ответить». И здесь, если вы обведено в красную рамочку, значит, здесь ошибка, в зеленой рамочке это мы вспомнили правильно, ну, в данном случае название картины. И нажимаем следующий. Внизу здесь вы видите уже правильный ответ. И хорошо, что здесь у нас видна и картина, и правильный ответ. И мы можем порассуждать, что не получилось, какая ассоциация была удачной, или у нас что-то не получилось связать с этим изображением. И дальше вы можете уже проанализировать какие-то ошибки, чтобы в следующий раз их не было. И нажимаем на кнопочку «Следующий». И дальше точно так же мы выбираем Исаак Левитан, «Весна, большая вода» и год написания. Тысяча восемьсот девяносто седьмой. Хороших вам тренировок!